воля. Я каждый день ела бы пирожные, сладости, шоколадки, да солененькую рыбку, да икру ведрами. Таня, Таня, остановись. Ты же хочешь долго оставаться здоровой и красивой? Давай сегодня найдем продукты для нашего пищеварения, чтобы быть и здоровыми, и красивыми. Итак, зелень. Да, на первом месте всегда будет зелень. Это мощный антиоксидант для нашего с вами организма. Зелень – это и укроп, это и кинза, это и петрушка. Да. Зелень благоприятно влияет на органы пищеварения, да, и, соответственно, запускает пищеварительную систему. А как есть? Добавлять именно в салаты? Его можно добавлять в салаты, его можно добавлять в основные блюда. Можно просто кушать, можно добавлять кисломолочки вечером, чтобы получить детокс-эффект. А вы как диетолог что больше всего любите? Какую зелень? Укроп. Его много не бывает. А что лучше выбрать, помидоры или огурцы? От помидор лучше отказаться. Если мы очень любим помидоры, то лучше их выбрать желтыми и только в первой половине дня. А огурцы мы можем потреблять как утром, так вечером, так и ночью, если хочется кушать. Огурцы – это клетчатка и вода. Огурцы способны навести генеральную чистку в нашем организме. Клубничка поспела. Танюш, ты идешь в правильном направлении. Чтобы улучшить пищеварительную систему, мы выбираем ягоды. Все ягоды, такие как голубика, ежевика и малина, обладают послабляющим действием на наш организм. Употреблять их лучше до 6 часов вечера. А что касается яблок, многие говорят, что они очень полезны для организма. Их нужно есть на перекус. Яблоки достаточно интересный фрукт. От него лучше отказаться в связи с тем, что яблоко может вызвать брожение. Все-таки я бы советовала посмотреть в сторону груш. Груша обладает укрепляющим действием и тоже помогает избавиться от проблем со суставом. Ну а как же рыбка? Рыбу-то можно? Конечно, можно и даже нужно. Два раза в неделю мы устраиваем себе рыбные дни. Выбирать, конечно, лучше не соленую, а свежую рыбу, либо замороженную. Рыба относительно мяса гораздо легче с точки зрения усвоения и более благоприятно влияет на наш с вами организм. Это омега-3, омега-6 жирные кислоты, которые как раз-таки для девочек очень важны с точки зрения красоты. Подведем итог. Вместо мяса мы выбираем рыбу, наполняем свой рацион зеленью, овощами. Для перекуса мы выбираем фрукты, необходимые нам. Это позволит нам сохранить свое здоровье, красоту, а пищеварительная система скажет нам огромное спасибо. Спасибо вам большое за эти ценные советы. Сегодня самые полезные продукты выбирала диетолог Диана Заверюха. Помогали ей Татьяна Рябова и Константин Шубкин. Встретимся в 70 лет на этом же месте здоровыми и красивыми.